Всем привет, с вами интернет-магазин kado.ru. В прошлом видео мы говорили о лопате силе, о лопате власти, называется она Крафтшпатен. А в этом видео я хочу рассказать про другую лопату фирмы Idealspaten, так называемую лопату для питомников. Это тоже очень крепкая лопата. Вес этой лопаты составляет 2 килограмма 900 грамм. Сама лопасть, которая имеет размер 290 на 190, толщина лопасти составляет целых 4 мм, и постепенно она идет на нет, да, уменьшается. Это сделано с помощью специальной ковки, да, либо как у них называется, коническая прокатка. И здесь клеймо, специальное клеймо, Идеал, это фирма, да, человечек изображенный с лопатой, и гарантирует Einemstück, и номер 2 стоит. Гарантирует Einemstück, это означает, что эта лопата сделана из одного куска стали. То есть специальная коническая прокатка вытягивает из маленького такого кусочка стали, вытягивается лопасть, вытягиваются вот эти вот лямки, так называемые. Лопата выполнена из очень качественной немецкой стали и обработана, отшлифована. Лопата очень крепкая. Самое главное ее плюс, это в том, что тулейка, более вытянутая тулейка. Я сейчас покажу стандартную тулейку. Тут стандартная тулейка. А это тулейка Idealspaten для лопата для питомников. То есть она вытянута. Здесь две заклепки мощные. А на конце еще такое вот специальное кольцо для усиления. Рукоятка, черенок, выполнен из дерева гикори, это американский орех. Самое главное его преимущество перед тем же ясенем, что его практически невозможно переломить на две части. Если вы даже его переломите, то вот этот вот перелом, да, так называемый, будет, то есть два куска будут болтаться на, как бы, на таких волокнах. Ручка здесь Т-образная, общая длина 116 сантиметров. То есть эта лопата была специально разработана для тяжелых работ в питомниках. То есть там, где не выдерживает никакой фискарс, вот используются такие вот лопаты. То есть выращивается какое-то дерево там крупномер, для, вот, или того, чтобы его выкопать, нужно, обычно их выкапывают с комом земли. Вот, обычно вот так вот выкапывают вокруг дерева, потом вставляются там 2-4 лопаты, и с помощью рычага этот ком поднимается. Вот. И здесь вот именно рычаг, и здесь вот именно нагрузка вот на этом месте, на излом. Вот. И в основном лопаты все ломаются именно здесь. Вот эта лопата была специально изобретена для питомников, вот, и усилена вот это место. Так, номер 2 это размер лопасти. Здесь наклейка, что лопата произведена в Германии. 10 лет гарантии. И с другой стороны этикетка, что фирма использует при производстве этой лопаты всякие зеленые технологии. Это сейчас модно в Германии. То есть экологически чисто производство. Так что покупайте эту лопату для питомников в нашем интернет-магазине kado.ru. Покупайте лучше, а про остальное забудьте.